небольшой затор. Идут ремонтные работы на дороге. Дорожники поставили светофор и организовали движение по одной полосе. Успел поменять карту памяти вовремя. Ну и нам зеленый свет. А сейчас, предвосхищая события, расскажу об опасном маневре. Маневре идет фура, джип, за ним я. Вот, ну, большой груз идет медленно, есть желание обогнать его. Вижу, джип собирается обогнать. Сейчас обгонит белый джип. Очень неудобно, что по одной полосе в каждую сторону. Интенсивность движения достаточно высокая, и по одной полосе это, конечно, мало. Дорога требует просто крови из носа, расширения до трех или до четырех или хотя бы до трех полос. Джип собирается обогнать, но идет встречка. Прячется опять за фуру. Этот тихоход, он вносит определенную нервотрепку, нервозность в движение. Вот, обгоняет седан, пошел на обход, на обгон. Значит, далее стараюсь убедиться, есть встречное движение или нет. Пропускаю встречные машины. Осматриваюсь по зеркалам. Пропускаю встречку. Побеждаюсь, включаю поворот, пошел на обгон. В этот момент, смотрите, я успел рассмотреть через боковое стекло. За рулем сидел мальчишка. Не знаю, он совершеннолетний или нет. Тонкая длинная шея, ухи, лопухи. И девчонка рядом, такая же малолетка. Ну вот дурачок показывает свою лихость перед девчонкой, совершенно не думая о том, что такое движение чревато. Он был, наверное, в мертвой зоне у меня, в слепой зоне, я его не видел. Вот. Но убедившись в том, что джип не собирается обгонять, он, видите, вправо принял, убеждаюсь в свободном движении, пошел на обгон. Обхожу фуру. Первоначально было желание догнать этого глупенького. Но потом подумал, увидеть, что за ним гонится, начнет удирать, и там до беды недалеко. Это навигатор сигнализирует меня о том, что превышение скорости. Я установил максимальную скорость 120. И он меня предупреждает, что я превышаю установленный предел скорости. Скажу следующее. Дальше также шла фура,
За ней скопились несколько автомобилей, в том числе и этот глупенький мальчишка. Видел бы его отец, что он вытворяет на дороге. Отец или мать, они бы ремня бы задали, конечно, ему. Но родители не видят, а дети что хотят, то и творят. Так вот, далее, значит, там будет затруднение небольшое. Опять-таки идет фура, за ней скопились несколько машин. Но этот вот глупыш решил пойти на обгон. Ограниченная видимость, встречное движение. Он пошел на обгон и чудом лоб в лоб не столкнулся со встречной машиной, резко подрезал фуру, чем вызвал, мягко говоря, очень крепких выражений от дальнобойщика. Движение более-менее интенсивное, но не более-менее, а достаточно интенсивное. И этот участок дороги вот в Новосибирской области, повторю, требует, ну, как минимум три полосы, как минимум, чтобы была участки для обгона, потому что вот тихоход сдерживает движение и вызывает, ну, как, нервотрепку, что ли, напряжение на трассе. Чуть позже отвечу на... Вот сейчас дальнобойщик принял вправо, пропустил меня, я его обогнал, мигнул ему пару раз. Вот этот пацан, который вот с девчонкой едет. Отвечу на вопросы, прокомментирую комментарии, если можно так сказать. Выскажу свое мнение на комментарии. Ну и будет небольшое такое объяснение, почему видео без ускорения и почему серия будет разбита на две части. Кстати, вот участок дороги, довольно-таки аварийно опасный. Вот. Все из-за нехватки полосы. Ну, надеюсь, эта проблема будет со временем решена. Видите, один тихоход идет, и за ним скапливаются и фуры, и легковые автомобили. Порой в эфире стоит такой скандал, такой гвалт. Так, отвечаю, читаю ваши комментарии, ну и высказываю свое мнение. Андрей Макаров, логин. Андрей Макаров пишет: «Грустно признавать, но по Свердловской области в районе Бесерти Дружинина 260-276 километр уже сделали дорогу. Сделали ее крайне хреново. Камера прыгает вовсю. Или же это временный ремонт при капитальной реконструкции, которая будет в течение ближайших 5 лет. Ну, может быть, это и временный вариант. Если дорога немножко хоть и улучшилась, качество, то уже и за это спасибо дорожникам, имею в виду». Так, логин.
Александр VII. По поводу отображения информации о регионе не расстраивайтесь. Смотрю ваше видео и одновременно веду по Яндекс.Карте. На карте по координатам спокойно точка находит Яндекс. Ну, я рад, что многие подписчики, они так и делают. Видео смотрят на экране телевизора, а по карте отслеживают на Яндекс или на Google. Александр VII логин пишет: ускорение в 3 раза в самый раз. Если где надо рассмотреть подробнее, каждый может сам замедлить видео. Уже неоднократно поднимался вопрос, с какой скоростью, с какими комментариями сопровождать видео. Ну вот, например, логин Слава Носовский написал: реальная скорость лучше, чем в 3 раза. Вот совершенно противоречивое мнение. Одни хотят, одни желают в ускоренном режиме, другие желают в замедленном. Вот скорости, о скорости видео я поговорю чуть позже. Сейчас прочитаю следующий комментарий. Логин Слава Носовский. Можно убрать песни, которые ставите сейчас, а мы сами поставим свои песни. Каждый свой, у которых есть. Есть песни на компьютере, поверьте, так будет интереснее, я сам так делаю. Ну, я очень рад, что люди находят какие-то варианты компромиссные, или же ставят свои звуки музыкальные, либо убирают. Ну, буду думать, буду совершенствовать. Я, по всей вероятности, откажусь вообще от музыкального сопровождения. Наверное, в основном будет аудиокомментарий. Ну, а желающий каждый может музыкальное сопровождение, убрать мой звук, убрать мой комментарий, поставить музыкальное сопровождение. Так, логин Слава Носовский. Ну вот пишет: а если без ускорения, так вообще круто будет. Значит, мой ответ такой. Во-первых, благодарю за комментарии, за отзывы. Ответ будет такой. Я практически не смотрел свои видео. Редко-редко так включишь, пробежишь, протыкаешь какой-нибудь участок. Сам свои видео не смотрю. Но вот после того, как мне сказали, что ускорение в 2 раза лучше, чем в 3, я проверил видео с ускорением 2 раза и с ускорением в 3 раза. И пришел к выводу, что с ускорением в 2 раза видео более красочное, я имею в виду природу окружающую, там небо, облака, дорогу, более четко, более красиво, что ли. А потом взял и сравнил с оригинальным видео без ускорения. И вы знаете, пришел к выводу, с ускорением в 2 и в 3 раза видео здорово теряет. Здорово теряет по качеству. Поэтому оставшиеся серии я буду размещать без ускорения со своим комментарием. Желающие могут скачать видео и ускорить его там в 2, в 3, в 5 раз, кто как пожелает. Или же протыкать видео там небольшими кусочками, чтобы ознакомиться с дорогой, с инфраструктурой, то есть чисто для познавательных целей. И вообще я
посмотрел, что все предыдущие видео, которые были размещены на YouTube, к сожалению, здорово проигрываются оригиналом. Поэтому сейчас я размышляю над тем, чтобы создать свой сайт, на котором в оригинале будут размещены все видео моего архива, а их, поверьте, у меня несколько гигабайт, наверное, 6-7, может быть, 8 гигабайт, я не подсчитывал. На своем сайте попробую разместить все эти, весь этот архив, где любой желающий сможет прослушать, посмотреть и послушать в оригинале шум, разговор в салоне автомобиля и посмотреть видео, ну, надлежащего качества. Это во-первых. Во-вторых, у меня возникли серьезные затруднения с размещением видео в интернете. Не знаю почему, но или от того, что ролики тяжелые, там от 39 до 40 с лишним гигабайт каждая. Может быть, из-за этого, может, по какой-то другой причине. Но каждое видео приходилось заливать, перезаливать по 3-4 раза. Теряешь. Это меня предупреждает радар-детектор о том, что я превысил допустимую скорость. Ну, сам себя ограничил 120 километрами. Он меня предупреждает. Так вот, или из-за того, что слишком тяжелые ролики, когда оставалось до окончания там процентов от 7 до 3% оставалось залить, вдруг зависал компьютер. Приходилось все делать заново. Потерял уйму времени. Может быть, из-за того, что видео получилось слишком длинным, 2 с лишним часа. Вот по этой причине, чтобы и себя не мучить, и как можно быстрее разместить видео, я буду делать ролики длиной около часа, может быть чуть больше часа, но и размещать без ускорения. Говорю, каждый сможет, кто пожелает ускорить это видео в 2-3 раза или же смотреть в оригинале. Я думаю, каждый проигрыватель позволяет делать такие функции. Появилась информация, но это для тех, кто интересуется видео о трассах России. Логин Николай Брежнев разместил видео Железногорск, Курск, трасса А-144, старое название Р-298, и Курск, Воронеж, Грибан и другие видео. То есть любители посмотреть видео о дорогах России, можете зайти на ленту Николая Брежнева, и это видео вам предоставлено в общем в хорошем качестве, с такими вот какими-то комментариями видео. Смотрите, знакомьтесь и подписывайтесь на ленту Николая Брежнева. Хотелось бы услышать ваше мнение об идее создания своего сайта, на котором я буду, повторю, размещать не только видео дорог России, а также видео России из окна поезда.
по телевизору сейчас передали, что запустили небольшой участок центральной кольцевой автодороги Москвы, сокращенно ЦКАД. И она полностью будет запущена к концу 2019 года. Это сильно должно разгрузить МКАД и позволит беспроблемно водителям объезжать Москву по центральной кольцевой автодороге. Я по ней ездил, по ЦКАДу. Она была по одной полосе в каждую сторону и выложена бетонными плитами. Ну, трясло, трясучка такая. Ну, а сейчас кладут полотно, я вот посмотрел. Я думаю, огромную часть больших грузов, да и туристов, кто не пожелает заезжать в Москву, смогут объехать ее по центральной кольцевой автодороге. Ну, как видите, инфраструктура до Новосибирска не очень развита. Я имею в виду заправки, места стоянок для отдыха. Но чем ближе к Новосибирску, тем таких заправок, мест для отдыха будет больше. Например, перед Чулымом уже я обратил. Вот проезжаем сейчас место. Видно, что можно остановиться на отдыхе. Вон фуры стоят, дальнобойщики, большие грузы. Это первая примета, одна из примет, что и кухня хорошая, и места для отдыха, стоянки под охраной. Так что вы можете записать эти координаты и иметь в виду, отправляясь в дальнюю поездку. Заранее хочу сказать, что сдали приличный участок дороги перед Новосибирском, уже новый участок, расширили ее до нескольких полос, не помню сейчас, по-моему, по 4 полосы в каждую сторону. Но дорога пока железобетонная, бетон залит, поэтому трясет немного, но я думаю, со временем там и положат асфальт, движение будет мягкое и комфортное. Но подвижки идут серьезные, как я вот обратил внимание, что очень радует. Повторю, что вот дорога по одной полосе в каждую сторону на больших расстояниях, ну это прошлый век. Я говорю, движение интенсивное. И поэтому нужны на первое время какие-то участки, чтобы можно было обогнать медленно идущий транспорт. Или пропустить, когда тебя догоняют и сидят на хвосте. А вот по одной полосе, в каждую сторону. Вот представьте себе, ехать на рассвете, когда солнце только всходит, свет солнца в лицо слепит, и не видно, есть встречный транспорт или нет. Это опасно достаточно. И потом, вот цвет машины, он тоже имеет значение во время движения. Машины вот такого серого цвета, типа мокрый асфальт, черные, темные машины. Они их видишь уже как бы в последний момент. Также дорожникам все-таки нужно, наверное, и изменить цвет разметки. Пусть встречные полосы будут разделяться белой краской, белой маркировкой, а боковые полосы, ну, может быть, желтый, может быть, синий, может быть, красный, не знаю. Пусть над этим думают специалисты.
Вообще, я думаю, гораздо проще будет для меня размещать серии без музыкального сопровождения, а в режиме вот такого постоянного комментария, потому что вспоминаются некоторые моменты. Которые трудно вот вспомнить спустя какое-то время. Повторяю, двигаюсь в сторону Чулыма. От Чулыма, по-моему, чтобы не соврать, километров 200, наверное, до Новосибирска. Ну и от Новосибирска до Томска, там, по-моему, километров 200 или 300. Сейчас вспоминаю, что планировал остановиться в километрах в 200 до Новосибирска, но, видите, погода очень хорошая, видимость, состояние дорожного полотна, поэтому планы пришлось поменять. На дороге заметны следы ремонта, эти трещины продольные, поперечные, залиты битумом, и вот это вызывает такую тряску, как сейчас, ну, скажем так, дискомфортно. Но дорога, конечно, ей пятерку не поставить, но это троечку с плюсом я бы поставил. Насчет своего сайта вернусь к этой идее. Все-таки буду ждать от вас ответы на эту идею. Создав свой сайт, разместив там весь свой архив из окна поезда и из окна автомобиля, любой желающий сможет там разместить свое видео, чтобы можно было автолюбителям, автопутешественникам, автотуристам в одном месте ознакомиться со состоянием дорог. Ну вот, сделали более-менее ремонт мягкий. Совсем по-другому ведет себя автомобиль. Кстати, я заметил на этом участке до Новосибирска, по-моему, от Чулыма до Новосибирска, что уже ведутся какие-то работы по расширению проезжей части. Ведутся земляные работы, то есть убираются деревья, завозится грунт, но это будет, наверное, в следующей серии. В следующей или в последующих сериях. Сейчас трудно уже сказать, на каком это участке. Мошенников на трассе не заметил. Ну, я имею в виду тех, кто торгует кольцами, перстнями, там, ну, просто дурит людей. На трассе не заметил, и это радует, честно говоря. Вот об чем-то общаются дальнобойщики, обмениваются информацией. Ну вот хороший участок, видите, по так, ну это было место для обгона, участок для обгона. Растительность, поле, открытое место, деревьев практически нет. Зимой этот участок наиболее сложный, потому что заносит снегом. Часть заносит, часть сдувает снегом, но участок в зимнее время достаточно сложный.
на этом участке, должен сказать, нет радио FM. У меня приемник включен, и если появится FM, значит до населенного пункта осталось примерно 30-40 километров. А на всех остальных участках нет ни радио, ну и даже не всегда мобильная связь работает. Например, отправляясь в дальнюю поездку для автотуристов, автопутешественников, надо рассчитывать заранее места, где вы остановитесь на привал, на ночевку, на отдых. Как вы обратили внимание, инфраструктура тут не очень развита, и остановиться на ночевку нужно заранее определять это место, забивать координаты. Так, это к чему же мы подъезжаем? К Чулаву, что ли? Нет, это заправка. Вот просматривая видео, трудно сориентироваться, на каком километре находишься. Попёр с прицепом. Обычно дальнобойщики, они мигают фарами, вернее не фарами, а поворотниками, предупреждают, если видят, что ты собираешься на обгон, то есть выглядываешь, и он замечает впереди, у него все-таки обзор получше, он повыше сидит, дальше видит, если мигает левым поворотником, то предупреждает, что идет встречная машина, если правым поворотником, то предлагает обогнать, то есть полоса свободна, можешь успеть обогнать, но это не все делают. А так, если он тебе мигнул правым поворотником, просто обгоняешь его, перестраиваешься опять на свою полосу, пару раз мигнешь аварийкой, это знак благодарности. Поблагодаришь его, едешь дальше. И ему настроение получше делаешь. Он увидел, что ты поблагодарил. И тебе приятно, что вот я сориентировался, что впереди пошел на обгон. Значит, я могу тоже свободно обойти. Вообще есть своя этика, есть свои неписанные правила на дороге, зная которых, которые гораздо, ну не гораздо, но проще, легче
ориентироваться на трассе. Чумазые дальнобойщики идут, фуры. Ну, потому что в разных местах побывали, где-то дождь. Вот в Новосибирске, например, ясная солнечная погода. Кстати, за бортом жарко, порядка, может быть, 25 градусов. Вот, в салоне автомобиля, конечно, спасает, помогает кондиционер. Сейчас вот не могу вспомнить, но вот на участке от Томска до Новосибирска, там 1000 с лишним километров, сейчас просто не могу вспомнить конкретный участок. Ехал рано утром, только рассвело, вот, и видел, как через дорогу прибегали кабан, свинка и маленькие поросята. Я притормозил, чтобы дать им спокойно перейти дорогу. Интересно было, хвостиками такими маленькими виляли. Такая забавная картинка была. Семья кабанов слева направо переходили. Может быть, вы обратили внимание, вдоль дороги стоят знаки, предупреждающие, что работают камеры фиксации. Многие из них — это фикция, это обманки, потому что у меня стоит радар-детектор Белка, Белтроник. Вот он реагирует на все излучения. Ну а здесь просто стоят обманки, пугают людей, этот водителей, предупреждают водителей, напрягают водителей. В других регионах я видел вот эти вот картонные дурилки. Вдоль дороги стоит вырезанный из картона автомобиль ДПС ГИБДД. С какой целью это делают? Потому что водители, которые местные, так они уже прекрасно знают, что это дурилки, что никаких там ни засад, ни радар, ни радаров, ни камер фиксации нет. Ну, может быть, для тех, кто двигается впервые, вот, это как-то давит на психику и заставляет быть более аккуратным на дороге. Не знаю, выполняют они свою функцию или нет, но проезжая такие дурилки, я комментирую эти моменты. Красивый ландшафт. Ну, это все красиво. Да, красиво из окна автомобиля. Реально же на улице жарко. Реально на улице вот эти кровососы, насекомые, которые доставляют массу неудобств. Комментирую видео, заодно и посмотрю сам на свою работу. Вот странно, сейчас показывает скорость в нижнем левом углу 110-111 километров. У меня, по-моему, стоит ограничение на 120. А нет, у меня стоит ограничение на 100 километров. Вот, с погрешностью 10%, то есть при скорости 110, свыше 110, начинает пипикать навигатор. Ну вот, вспомнил сейчас. Маленькая настройка. Так.
Местами полотно дороги хорошее, можете наблюдать. Да, у меня стоит ограничение 100 километров, плюс погрешность 110, он меня предупреждает. Неплохая обочина, достаточно широкая, можно съехать с обочины, остановиться в случае необходимости, отдохнуть несколько минут. Но хочу опять предупредить, съезжая на обочину, будьте крайне осторожны, потому что сейчас не могу вспомнить регион России, где обочина усыпана очень острыми какими-то осколками, не знаю, стекло это или какая-то другая фракция, но очень острая и крайне опасная, можно пропороть все четыре колеса очень запросто. Лучше всего, конечно, выбирать специально отведенные места, там, где стоят на отдых большие грузы, легковые автомобили. Днем стоянка там бесплатная, деньги берут только за ночь, кто останавливается на ночевку. И цены тоже разные, от 50 до 100 рублей. Вот что-то впереди наметилось, или мне кажется. Так, сбрасываем скорость. Ремонт дороги, что ли? Не могу понять. Вот на асфальте видно знаки, фотокамера, то есть говорит, что ведется фотофиксация. Все это чепуха, потому что если установлена фотокамера, должен стоять прибор, определяющий скорость автомобиля, то есть радар. Этого нет. А, это мост через железную дорогу. Мост через железную дорогу в сторону Новосибирска. Сейчас, по сути, открылось второе дыхание, и можно двигаться, как я чувствую, и 10, и 12 часов без проблем. То есть организм уже адаптировался к дороге, и на дальние поездки вот это ощущение бодрости, легкости, оно как бы наступило.
На стоянках у мотелей, на платных стоянках организованы душевые, бани. Рекомендую, конечно, через 2-3 дня пробега принимать душ, ванную, баню. Там совсем другое настроение, совсем другое ощущение свежести, бодрости, легкости. Это нормальное состояние. Вот там же можно и постирать одежду. Вы слышите шум, это реальный шум в салоне автомобиля, реальный шум с дороги. По всей вероятности, нужно будет открывать, наверное, боковое окно, чтобы слышать шум проходящих автомобилей. Почему я раньше не посмотрел свои видео на Ютубе? Сразу бы повылазили все проблемы, все недоработки. Ну вот, только сейчас уже, когда имея огромный архив, только сейчас дошло до меня это. Ну, надеюсь, если вы поддержите идею и посоветуете, как организовать свой сайт, то, естественно, и качество видео, и качество аудио, я думаю, будет не лишним. Серия будет короткая, порядка 50 минут. Но я думаю, с пониманием отнесетесь. Это единственное, скажем, препятствие, то, что очень долго обрабатывать и очень долго заливать видео в интернет. Движение без проблем, интенсивность умеренная. Вторая половина дня, разница Новосибирска, по-моему, 4 часа с Москвой. Не знаю точно, если показывает время 16 часов, то реальное время, добавьте Новосибирский поезд, там сколько, 3, по-моему, 3 часа. Вот вам будет реальное время местности. Встречные фуры ослепляют солнцем. На видео это не так заметно, а реально едешь, то это сильно ощущается. Ну все, серия заканчивается. Следующую серию начну вот именно с этого момента.